Здравствуйте, это гостевые коттеджи Кока Сальма. Сейчас я запишу ролик, как в Росфишинге искать информацию о, в принципе, рыбалке в Карелии, да, и о, там же и ответы на вопросы, но сейчас я расскажу на ответы в Ютубе. Я пишу с телефона, потому что, ну, звук важнее. Так, ну, как всегда, вот я буду начинать, что вот это рыболовная база Кока Сальма. Как, не знаю, как это убрать. Ой, ёпта. Не нужно мне это. Так, вот это рыболовная база Кока Сальма. Это услуги. Услуги по этим палаточным лагерям. Слово лагеря. Они будут в варианте, сейчас такое модное слово, глэмпинг. Ну, то есть туалет, баня, ну, тоже палатка, баня. Ну, и кухни, эти шатры, ну, палатки там на двоих. Ну, то есть если четырехместная палатка, это для трех, ну, на двоих. Если шестиместная, там с комфортом, по-моему, тоже двое, трое. Вот. Это гостевые коттеджи. Раз, два, три коттеджа. Не надо мне это, ну, сволочь-то, а. Тяжко, конечно. Ну, звук с компьютера говно, заебался. Так. Тут вот у нас еще услуга, вот в этом коттедже. Вот, коттедж. Всего три. Есть койко-место, и проверенным людям, или за которые ручаются наши клиенты, или знакомые, друзья, мы предлагаем койко-место за 500 рублей. Ну, то есть это летом здесь постоянные гости живут, ну, они готовы терпеть, если это терпимо. Присутствие человека за 500 рублей как раз это покроет стоимость электроэнергии. Готовка, ну что еще, кроме койко места за 500 рублей. Пользование лодки, но не сутками. То есть, приходится это обговаривать, а то человек попросил лодку там на 2 часа и заякорился и спит. Говорит, это комары мешают. Я говорю, эту фигню включить от комаров. А денег стоит, что-то это. Тогда бутылка водки стоила что-то там, как набор этот фумигаторов. Вот такие гости нам не нужны. Так, переходим на Росфишинг. Надо выйти с карт. И еще, как всегда, этот гостевый коттедж, это рыболовная база Кока Сальма, которая услуги сторонние делает там. Доставка, заброска, это не мы делаем, буханки у нас нету, а мосты по вокруг Топ-озера, Пи-озера, Тикш-озера под буханку сделали специально, чтобы на 66-х и на Уралах не ездили, знаем этих людей, ну, браконьеры по осени, по весне. Так, у них 66-е, ну, на буханке геморройно браконьерничать. Ну, столько рыбы не увезешь, сколько там леща берут по весне. Это рыболовно-охотничья база Кока Сальма. Это управляет ИП Корнеев. Она старая, там, с 5-го года или с 3-го года, 2000. Ну, номера обновленные. Вот. Она дешевле, чем у меня. Вот, там, по-моему, от 300 рублей. Человек, койко-место, скажем так, да, человека-место. Так, ну теперь переходим в Росфишинг, сейчас я попытаюсь. Так, надо уйти из карт, как это сделать? Останется запись? Остается, с карт уходим. В Бинге искать не будем, хотя мне не нужно, наверное, это. Поиск в Гугле. Давайте в Гугле. Росфишинг
Ищем. Давайте его кликнем. Это кроссфишинг. Так. Тут мне кто-то написал. Не буду читать, естественно. Кажется, господи. Опять я что-нибудь нарушил. Кстати, на Росфишинге есть не очень хорошие посетители. Они вот и мне в Ютубе отвечают, что вот, места им нужно где сеточку поставить. В общем. И даже среди этих, которые синеньким цветом, начал писать, где есть сети, где нет сети, кто ставит сети. Ну, по номерам лодок меня забанили. Нехорошие люди есть на Русфишинге. Не будьте откровенны. На Русфишинге. Ну, грубо говоря, что ж тут греха таить? 50%, ну, по берегам, посмотрите, как они засраны. Ну, 50%, и со мной соглашаются хозяева изб, посетителей, гостей Карелии, особенно Северной Карелии. Ну, это откровенное такое быдло. Такое махровое. Ну, вот, не то, что страна такая, просто стало доступно. Вот эти гондоны стали доступны где-то с 2010, наверное, года, да. И вот, например, зимой вы никого не увидите в Карелии. Ну, мало у кого из снегоходов, мало кто готов заплатить за обслуживание на снегоходе, да. Ну, если голый лед, да, они на машине катаются, гости, да, вот это. А если, ну вот, какая бы вода ни была, мы дорогу пробьем, и максимум за собой сюда касание мы уже не будем, не сможем тянуть, да. Ну, понимаете, вот этот человек, ради него мощный снегоход идет, 85 лошадей, да. Ну, это денег стоит, там, минимум десятку отдаст. Вот. Ну еще за собой еще двоих на снегоходе дадим. Не сожгете его снегоход. Вот. Если за управлением, управляющим будете ехать первым снегоходом. Ну, три человека. Пятнашка это будет стоить. Так и было, кстати. Три человека. Я вот туда-сюда, чтобы мне не погасло. Три человека пятнашка, да? С проживанием, наверное, 18. Будет это $100 на... Да, вот минимум $100 это вот, с человека надо. Плюс еще есть, кушать. Ну, есть кушать, есть пить. Я это не считаю, но вы дома тоже пьете и едите. Почему мне считают бухло? Ну, вы дома тоже каждый день пьете, как лошади. Ну и попытайтесь на рыбалке не пить, как лошади. Больше рыбу поймаете, кстати. Я когда хожу на дальняк на катере, 2 литра с собой беру вискаря или рома, я не пью водку, и друзья не пьют. Ну вот, месяцами вот эти 2 литра так в катере и лежат, аккуратно упакованные, ну, не до бухла. То есть рыба клюет. Держит напряжение. Пусто-пусто. Фига там щучка какая-нибудь маленькая. Ну, маленькая-то. 3-4. Хариус, окунь хороший. Не то, что многие хотят. Так я вот остановился насчет быдла, да. Стали доступны эти гондоны. Ну, зимой никого не будет, да. Посчитали. $100 надо. Ой, $100 на рыло надо в день. Вот. А летом что, на гондончике? Гондончик распустили, с прицепа вытащили, в машине 4 рыла, в прицепе весь шмурдяк. Ну, копейки, ну, сеточку-то надо поставить. Блин, ставят на глубине эти китайки, они рвутся, злые. Вот. Не буду я искать, я не помню, где, по-моему, в Пиозере, я в ветке Пиозера это на Росфишинге писал. Не только мое замечание, да. Ну, что много быдла, это вот по берегам видно. Почему? Это вот потому, что стало это доступно с 2010 года. Не было. Вот озера были пустые. Как зимой, вот сейчас они до сих пор зимой пустые. Вот.
так и летом. Даже на машинах мало кто приезжает. Ну, когда вот можно вот по льду кататься на машинах. Такое часто бывает, ну, не последние 4 года. А раньше, да, вот нафига снегоход, нафига сел на «Жигули». Нет, еще я вот когда в трещину провалился, не выездила. Ну вот как она выезжала, я не знаю. То есть это Ниву надо оставлять, жить. Ну, геморрой. Нет, последние 3 года, вот один раз я Ниву видел. И говорят, даже, знаете, такие есть большие, как это, еноты вот эти на колесах. Ну, правда, вот дорогих вариантов я не видел заводских, а видел это самоделки на обрезанных КРАЗовских колесах. Ну, буксует там снегок, а все равно зараза. Когда вот перед островом, ну, сходу он берет, а там, например, какая-нибудь яма или ламбина, вот, на жилом он так, по-моему, оленя они гоняли. Провалился-то, пол жилого выпилили, чтобы бревна эти пили. Вот. Так, 11 минут. Ну, такой ролик такой, сейчас все выговорю, да? Вот. Ну, немножко я объяснил, почему летом так много таких нехороших людей. И поосторожнее высказывайтесь на Росфишинге. Это я вижу по YouTube, да, вот им нужно вот как вот на Волге объясняют, вот последняя секретная коряга, сейчас я здесь поймаю на судака, да, нет, надо встать вот так вот. И вот эти рыболовы-спортсмены объясняют, вот все-таки они взяли этого последнего судака. Ну, по-моему, Рыбинка до сих пор еще только по площадям ловит, да? А так? А в Карелии это всегда по площадям. Ветер дунул, планктон туда, ряпушка тут. Ну, то есть она ходит 3 дня, и она у Карелакши, да, на Топозере. 3 дня, и она у... Вот ветер дует постоянно, восток. Если самый уловистый ветер, это восток, юго... юго-восток, да. Нет, наверное, все-таки... Да, и восток, и юго-восток. Да, юг он будет наискосок чистый. Восток и юго-восток. И вот он в Кокосальму как раз прибивается. Теплая вода сверху сдувается. Холодная вода отходит к жилому. Там тоже крутит вертит. Дальше она не может подняться, потому что там меляки. Там в районе жилого Тараскина и западным берегом, ну, по западному берегу, там всегда вода теплее. Летом, вот всем хотят в июле приехать, а может быть из-за этого-то и там очень теплая вода, и рыба оттуда уходит. Ну, из-за сетей еще она уходит, это я уже говорил. А так в Кокосальму нагревается теплая вода, рядом глубины большие. И если в самих заливах очень теплая вода, да, там окунь, щука, мелочь. А рядом же глубины, там, ну, например, ну, да, 40 метров, 40-60 метров рядом. Вот на границе, там, ловится кунжа, там как раз. Ну, уже не кунжа, а форель. Вот. Ну, неважно, она даже вкуснее форель. Вот. Много форели сбегает. Не то, что крупная, нет, за этим они следят. Наверное, при сортировке вот малек уходит, и какой-то выживает, один из миллиона, наверное. Ну, пятиграммовик. Ну, следишь за ним, уж нельзя вот так вот прям жестко давить. Сдохнет, ну, приходится жертвовать. Это, вроде мне так говорили, что мелкую форельку я видел. То есть, а может, уже разводиться начала. Вот. Может, вдруг там икра такая попадается, что такая дикая форель, не гибрид. Так, ну начнем, что можно, как в Росфишинге, что можно, мои идеи искать посты. Так, технически, так. Берем общение земляков. Не земляков мы берем. Никуда не нажимаем. Ладно. Северо-западный. Блин, настроили эту тварь, блин.
Карелия. Так. Лев 59, рыбалка в Карелии, давайте. Ага. И еще, сколько все, 43 страницы, какая непопулярная ветка, ну это и хорошо. 43 нажали, блин, нет, так не получится, 41, мало, телефон, это на компьютере, 39, 37 и 33. Я боюсь по-другому искать, собьется опять. Извините уж. Ну вот, начиная с 33, вот мои посты. В принципе, про всю Карелию, это не про топ озера. Угу. Ответы. И, наверное, до дальше меня вот как раз за сеть это и убрали. 35-я страница опять еще. Ну да, а в волшебных озерах, как их вылавливать, я сказал. И когда. Многие со мной согласны, что летом ставят сети только приезжие. Ну, местные не могут ставить. Она тут же портится, рыба. Ну, до 30. Шестой странице, да? Да, вот смотрите. Дальше смотрим. Опять форум. Смотрим рыболовные базы. Я стараюсь держать всегда на первой странице, но сейчас я на второй. Хотел про вот, то, что я сказал. 500 рублей с человека проверенного. Ну вот Карелия Тикша. Про Тикшу я тоже собираюсь писать. Это на Тикшу возят, тоже не я могу, у меня есть техника, чтобы отвезти на Тикшу, да, но со стороны Кестинги мне так удобнее, ну, а вам не сильно равно. До Кестинги дорога более-менее там. Последние там 12 километров плохая из 60. Ну, 40 можно ехать. Так. А дальше я могу вот где. Перед Тикшей это тоже есть хорошие озера. Кстати, в этом году туда браки поехали. Около границы уже все выцедили, пизделей получили от пограничников. В том году они к границе ездили. А, ну и рыбнадзор. Ну, пограничники с рыбнадзором сейчас это, не дают все эти ставить. Ну, не на удочку уж они все головы приехали. Кстати, машины такие, ну, старые, конечно, ну, вот эти L200, Toyota эти сотки, все эти ставят. Ну, ладно, ну, номера не московские, десятка, 47, даже не 7-8. Так, вот рыболовные базы, Карелия Тикша, вот, на Тикше мы тоже можем лагерь поставить такой, точно, глэмпинг называется. С удобствами. Ну, туалет, баня, горячая вода. С обслуживанием, скажем так. Ну, дорого будет. Те же, наверное, $100 с человека, как и зимой. Ну, будете. А, ну и такой не гондон будет, а какую-то лодку притащим, чтобы волну держала. Наверное, сможем. Мотор, правда, наебнулся. Ну. Сделаем, ну или гондон точно будет. Сможем дотащить, наверное, катер. Ну да, там почти волоком все время. Так, на длинных этих, на шинах низкого давления вытащим его, не забуксуем. Так, где еще можно искать информацию? Ну, вот это рыболовные базы. Их можно, ну, сейчас я не могу кликнуть. Боюсь. А так можно искать, даже если вы не зарегистрированы в Росфишинге, вы все равно в поиск можете сейчас.
Не, не получается. Так и знал. Ну, в общем, Карелия Тикса, топ озера. Ну, или просто ищите Кокосальма. База Кокосальма. По рыбалке, наверное, все здесь и здесь. Ветку топ озера посмотрите. Ну, многие ленятся, там же много мусора, особенно ветки пиозера. Так, где и как еще искать? Как из этого выйти? Так, я, по-моему, так вот уходил. Нет, так я не выйду. Так вот. Ага. И опять тогда уже. Ага. Давайте бинг. Нет. Давайте опять купим. Ну, запрос как Кокосальма сделаем. Ну, там здесь оно есть, конечно же. Еще раз. Что нам здесь? База низко, понятно. Вот, рыболовная база Кокосальма. Кликайте. Рыболовная охотничья, там нету моего сайта. Это Корнеевская, это не мое. Он раньше управлял, но как-то это... стал заниматься только своей базой. Раньше он и моей базой управлял. Давайте еще раз кликнем, почему-то сайта нет. Давайте кликнем. Вот фотографии. Это мои. Фото. И вот сайт. Ищем, да. Кокосальма.ком сайт. Тут вот с кнопкой, вот эта кнопка рабочая. То есть, как, если вы только вот на рыбалку кликните, например. Стоимость фотографий. Да, кстати, вот этот вот год был 14-й. После него еще 2 года, наверное, рыба ловилась. А потом вот 3 года были последние. Наверное, тоже здесь расскажу. Вот это ноябрь. Вот, видите, поймали на 70 окунь уже. А на Кокоярве уже был лед. То есть ловили кунжу на топ-озере. А на такой лед был до сантиметров 7, наверное. Эти ловили по берегу щук. То есть в 15-м году вот и хариус ловили в заливах, и щук ловили в Кокоярве по, ну, как вдоль берега на жерлице. И что-то за 8 дней 80 килограмм рыбы. Килограмм 20 хариуса. И, ну, остальное щука. Вот. А потом года пошли говняные. Вот последние, ну, это жопа какая-то вообще. Я потом покажу места, куда рыба ушла. Пропала рябушка, короче. Не только в топ озере. И рыба, я думаю, перешла на эту корюшку. Не намного она больше, рябушки. То есть основу, вот, а где корюшка? На глубине. Ну вот и хариус с 9 метров, они на лудах клюет. Но на лудах тоже, но мелкие. А кроп ты, пожалуйста. Ушел за корюшкой. Раньше троллингом ловился. Сейчас на глубоководный троллинг. Вот. На лим перешел, перестал в речке идти на нерест. Ну идет, ну клюет. Вот в этом году на лим ловился на глубинах. Все время. А раньше как-то он в заливы шел. Сейчас пусто было в заливах. Так. Ну вот если вы с рыбалки хотите уйти опять сюда. Вот. Ну или просто там база отдыха. Что у нас коттедж, а потому что они вот здесь, не знаю, сейчас подождите, опять уйдем. А, ну вот здесь, да, гостевые коттеджи, наши услуги, размещение. Ну, переделайте кнопки, так.
Так, как это, где еще искать инфо? Подождите, подождите, ради чего все делают-то? Вот тут есть Твиттер. Нету. Ну уходим опять на мишку с рыбкой. Так, вот он, есть Твиттер. Остальное не кликайте, и Фейсбук, и Ютуб еще. Ну, WhatsApp это напрямую, я вам не хочу кликать, деньги пойдут. Твиттер. Вот это мой Твиттер, это позеро. И что-то с телефона, сука. Что-то не мой сегодня день, блядь. О, пошел. Закрепленный. Это Корнеев. Он раньше управлял. Это такие налимы. На этом. Ну, на пундами. Это я вот ответил. Там. Про Чукотку. Можно там столько стрелять. Уйдет, это я разделил так, кто читает. А вот эти твиты пошли, короткие видео, свежие видео и фотографии. Вот. Почему твит? А потому что он в России нахрен никому не нужен. Вот. И его не засирают, как этот, как он, Facebook или же ВКонтакт. Не надо регистрироваться, ничего. Сейчас вот посмотрим, да. Вот, не надо регистрироваться, потому что, вот смотрите, только твит может так сделать. Сейчас, секундочку, поиск, ну, давайте в Бинге. В Бинге, у меня, ну, Бинг не знает, что есть Твиттер. Твиттер топ-озеро. Лучше набрать большую букву, то козер не всегда понимает. Еще. Ох ты. Какое-то. Надо же. Охренеть. Нет у меня. Пробовал из других. Так, не понял. Сайт есть. Израиль есть. Сволочь. Хреново. Ну тогда кликайте с сайта. Жопа, блин, какая-то. Так. Ладно, давайте тогда в этом. Дайте Бингу. Интереснее Израиль. Не знаю, наверное, не знаю, что такое. Это позер по сайтам еще так. Убираем. Бубли. Ну, это вообще все уж не получается. Хрен с ним. Надо перезагружать телефон. Клавиатуру мандит. Так.
Где еще искать? А, ну вот. Автондил. А? Тут точно только я буду. Давайте с другого посмотрим еще, проверим. Мудно получилось, но зато звук, наверное, будет хороший. Давайте. Да что такое? Вот YouTube. Ну, судя по тому, что он сейчас выложит всякие там маниши, хуиши. Это он не помнит меня. Ну, еще интернету пизда. О, блядь. Угу. Не должен он меня помнить, где его поиск-то ютубовский. Автондил. Смотрим, сейчас еще автондил блин. Автондил даст. Нет, не ищет. Ну, проверю с других, потом просто скажу, что можно заходить. Что-то херня какая-то. Вчера получалось все. Наверное, с компьютера получается, с телефона нихера не получается. Так, надо будет отрезать это все. Мутатень, блядь. Ну, короче, Русфишинг и сайт. Сайт как Асальма. Посмотрим. Самое главное, почему-то... А, если вы будете в Яндексе, то Яндекс.Карты там показывают только Корнеевскую базу. Вот. Поэтому поднял его немножко. Ну, мне не жалко там. А, и фотографии там моих домов. Ну, так вроде бы все.